А теперь новости культурной жизни города. 14 сентября в 19:00 в Театре русской драмы покажут драму «Гостья». 16 сентября в 19:00 в концертном зале Колледжа культуры и искусств сентиментальный музыкальный спектакль «И опять во дворе нам пластинка поет». Удивительная и трогательная история о том, как случайно обнаруженная на чердаке картонная коробка со старыми пластинками круто изменила жизни целого двора и стала настоящим событием для нескольких десятков семей. Филармония имени Когана приглашает всех желающих посмотреть музыкальную комедию «Радиочас». Сделать это можно будет 25 сентября в 18:00. 7 октября в 19:00 в Театре русской драмы покажут музыкальный спектакль «Мэрилин Монро. Триумф и агония». У зрителей будет возможность пережить моменты любви и славы знаменитой актрисы, окунуться в ее сложный внутренний мир. Театр русской драмы приглашает всех желающих на драм-балет «Три сестры». Спектакль состоится 8 октября в 19:00.